По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. В их распоряжении андроидов в ближайший участок полиции или военный гарнизон. В случае любых опасений, позвоните по номеру на экране, чтобы вызвать специалистов для изъятия андроида. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроида самостоятельно. Они непредсказуемы и могут... Надо найти теплое место для Алисы. Андроиды никого не трогали. Окопы всех перестреляли, смотреть было больно. По всему городу идут облавы. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машист, но на вид-то, на вид. Как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных. Как самочувствие? Мне жарко. И почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа.
Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кара, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Сегодня пришло время уничтожить все машины, пока они не убили нас. Если бы не доблесть, проявленная сотрудниками полиции, машины повергли бы улицы города в состоянии полного хаоса. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль. Пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент... Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить все машины. Алиса? Давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой.
Хера, что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал для народа, это бессмысленно. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус... Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Вот об этом мы мечтали? Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять.
Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Ну, пристрели меня. Это все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Ты пойдешь со мной! Мы твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Тебе больше не нужно быть их рабом. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Ты никогда не задумывался, кто ты? Просто ли машина, исполняющая команды? Или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Иди с нами. Со своим народом. Ты же один из нас. Послушай свое сердце. Пора решать. Он идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Где Джош? Не знаю, мы разделились. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать, ничего уже не сделать. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права.
Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро! Наблюдаем противника, жду указаний. Не упустите! Если хоть кто-то будет рыпаться, стреляйте. Так точно, принято. Поздно, Кара! Уводи Алису! Спасайтесь! Нет, мы тебя ни за что не бросим! Да, Кара? Мы не бросим! Что ты делаешь? Я тебя не брошу! Кэра, нет! Не с места! Зря ты это сделала. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границ. Идите, берегите друг друга. Josh.
Беги к Норд, я догоню. Сюда! Это выход! Мы спасены, Алиса! Стоять! Секунду, надо уходить. Сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус.